Всем привет! Сегодня видео не про сборку, про разборку. В общем, вчера мы приклеили панели, панели не понравились. Сегодня отдираем. Суть в том, что было использовано два клея. Были жидкие гвозди нам предоставлены. И мы решили еще на герметик, вроде как, всегда этим способом пользовались, герметиком. Все вроде нареканий не было. Вот как раз можно посмотреть, как разница между жидкими гвоздями. Возможно, жидкие гвозди были не те. Но не знаю. Но вот факт такой, что герметик держит гораздо лучше. Вот так вот он вместе со штукатуркой отложил. Оторвали херам. Здесь на клей тоже, ну, шпаклевка только, наверное, осталась. Вот к ДСП он хорошо приклеился, ДВП. Не особо держится. Лепешки вроде все равно. Вот. Герметик. Попробуй оторви. Все. Видео для скептиков, кто говорит, что герметик — это не клей. Клей еще какой. На любую поверхность. Вон какие ошметки остались. Извините. Не оторвать ее. Единственное минус у герметика, что если эту панель нужно снова приклеить, то ты хереешь его чистить, герметик. Зато клей, жидкие гвозди очищаются легко. Вот это плюс. Так что делайте выводы сами. Все, всем пока.